длительное время не имел постоянного места жительства. Кроме того, он сошелся в группу еще с двумя лицами, которые прикидывались инвалидами, и вы видите по городу, когда берут костыли, ходят к машинам, вот, под видом того, что они имеют те или иные группы инвалидности и просят милости. Эти указанные лица проживали фактически, имели лёжку в лесополосе, все там втроём ночевали. Мы установили этих двух лиц, один из них сбежал в Днепропетровск, вчера ночью его привезли, это лицо ромской национальности. Сейчас он дает показания, как совершил это убийство, практически забил его костылями. Причина совершенного преступления оказалась ревность. Оказывается, он с еще одной, не имеющей постоянного места жительства, девушкой, как он сказал, неоднократно целовался, но когда этот потерпевший приехал и стал с ними совместно там проживать, то он с этой девушкой начал сожительствовать, и это произвело на него неизгладимое впечатление. В результате этого он решил совершить такое тяжкое преступление, как убийство. Кроме того,